Не все деревья одинаково полезны. Об опасности ветхих зеленых насаждений ивановцам напомнили ураганные ветра. В городской администрации ведут работу по замене умирающих деревьев новыми, живыми. В первую очередь специалисты управления благоустройства выявляют, какие стволы подлежат сносу. Критерии – возраст насаждения, наклон, наличие дупла и отслоение коры. Посадка зеленых насаждений в послевоенные годы 40-х-50-х годов у нас сажалось в городе Иваново. Соответственно, сейчас деревья уже постольку такие старые, теряют свой декоративный вид, независимо от того, что происходят работы уходные. Опасные деревья помечают крестиком. Их участь решена. В сквере мастеров и на набережной Уводи под снос пойдут 100 деревьев. Но это не значит, что на их месте останется пустырь. Все спиленные деревья в администрации обязуются заменить новыми. В рамках проведения работ в программе «Комфортная городская среда» – это сквер мастеров, одно из направлений – это опиловка спил аварийных деревьев в количестве более 100 штук. Приступают к работам со следующей недели, 4 числа у нас заключение муниципального контракта и подрядчик, думаю, что прямо с 4 числа уже приступит к спилу аварийных деревьев, которые вы, как уже наблюдаете, они все отмечены. Уже осенью на месте аварийных деревьев появятся тополя и липы. Не саженцы, а взрослые деревья высотой 6 метров. Только такие смогут выжить в тени уже растущих здесь зеленых гигантов. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.